Песня, к моему удовольствию, оказалась на пластинке, большой диск «Гигант», в 1988 году он был выпущен на ленинградском заводе фирмы «Мелодия». Вот. И называлась он строчкой из этой песни, но песни нелюбимых не поет. В аннотации было написано, так что это я написал. Пою там, правда, не я. И куплет про спирт они годы выкинули. Ну, тогда, говорит, этого нельзя было. Вот. Мы никогда не станем знамениты, мы вечно будем пленниками кухни. Ну, слава женам, в пьянстве не опухнем, хоть не прокиснет то, что в рюмке влито. А наши жены, дай им Бог здоровья, отдав нам все, что мыслим и к отдаче, поймут когда-то, нам нельзя иначе, сядут плакать рядом со свекрой. А наши мамы, долгие им лето, вздохнув в сторонку, улыбнутся с нохом, скажут, дочка, все не так уж плохо, они не просто так. Неизбывное одиночество, хоть ни стен вокруг, ни границ. Где-то юность, ступая где хочется, и взлетай. Только оттолкнись. Там родители и ровесники, там свидания на заре. Кружат голуби в небе крестики, стая лет моих сизари. Ларчик праздников закрывается, юбилеев готов мешок. Чем еще судьба расстарается, что предложит на пассажок? До завтрашнего дня вы спрашивали, только нынешним зря сорить. И смотрю я кино вчерашнее, там летят мои сизари. И смотрю я кино вчерашнее, летят мои сизари. Жизнь и облако все прозрачнее, все отчетливее горизонт. Эта молодость все дурачилась, все надеялась. Сегодня и зрелость пройдена, вечность шаркает на дворе. Высоко, высоко над родиной стая лет моих сизарей. Высоко, высоко над родиной. Ну вот и все. Ой, это, так что, официальная часть. Ребята. Спасибо. Мы будем продолжать. Ну это, да. Если вопросы какие-то там, я не знаю, пачи чаяния. Какие тебе вопросы? А? Какие? Да, шутишь, что ты знаешь, что ты не чудишь. Кто ты такая есть?
Не, ну ладно, в чем смысл жизни? Ну или есть ли жизнь на Марсе? Но об этом мы уже говорили. Говорили, да? На Марсе? 4 утра. Нет. Ответ-то знаете на этот вопрос? Не, и там нету. И там нету. Если жить. Кстати, Сафронов вспомнил, что ему кто-то звонил на Рождество. Какая-то собака. Я его видел недавно, в апреле мы с ним пересекались, вот в Сан-Сергиевом Посаде. Он вспомнил, как мы ему звонили. Вот. Мы были трезвые. Не спрашивали про песню. Мы про песню спрашивали. Да, серьезно, у нас очень серьезная беседа была. У нас была никого пьяни. Это у него может быть была пьяница, он не помнит, кто ему звонил. Вот. Вообще, я с удовольствием пою чужие песни иногда. Люблю, потому что я знаю много песен. Хотя стал забывать вот, как-то вот. Сережа, а можешь спеть этого Лиску Огурцова? Вот классно, это же чужая песня. Классно поешь? Вот я классно пою. Я знаю, есть ли какая песня? Ее написал некто Игорь Зайцев. Когда я однажды в Ярославле, будучи, сказал, что... А вот сейчас, ребята, хотите песню? Мужик из Петрозаводска. Игорь Заяц, Лиска, они на меня чуть там не убили, потому что им сказали, что нет, он из Ярославля, ты чё? Ты чё, да. Вот. Ну, Саш, я попробую, но я тебе не обещаю, что я слова помню её. Хотя когда-то я пытался организовать фан-клуб Лиски Огурцовой. Вот. Ну, как-то народ вяло на это откликался. Зря. Я бы не пошла. А услышал я эту песню от этого... Сейчас скажу. Был такой дуэт Сережки из Дивногорска, или из Сосновоборска, под Красноярском. И они притащили ее к нам. И как, откуда вообще, кто? Я даже не знаю. Они в Норильск ее привезли, я в Норильск ее выучил. Тогда еще мы не знали, кто это и что это. Тут потом, когда интернет пошел, я нашел автора. Он так мне, ну, хорошая песня. Девятый час утра. Все на работе. В пути шофер, в саду пенсионер. За Кульманом мечтая о субботе, кимарит пресловутый инженер. Хирург в палате, шахтер в забое. Зав складом собирается в тюрьму. А я, ребята, до сих пор в запое. У Лиски Огурцовой на дому. Какая прелесть эта Лиска, на вид скромна, как эта Лиска. Хоть мужиков знакомых близко, среди ханых любой второй, но и отчихать хотел на это, чтоб не замкнуться в рамках света. Необходимо для поэта в простой народ пойти порой. Бетоне на плите воркует прахом. Лежу, подставив рот под змеевик. От тощих крыс голодная ватага кромсает подо мною половик. Со стен висят обои, словно струпья. Лютует клоп, без промаху разят. Друзья мне говорят, духовный трупе. И талант не ров, его пропить нельзя. Он жив, пока со мною Лиска, авантюристка-скандалистка, хуч не балетный артистка, поскольку с измыслу хромату я чихать-хать. Но вы, друзья, со мной не спорьте, усы ничуть ее не портят, а шрам от вилки на орде меня совсем сведет с ума. Она смертельный выстрел, пусть это кривые ноги, вывихнутый таз. Оно с дурной болезнью, как кастетом, размазан между двух подбитых глаз. Быть может, кое-кто меня осудит? О чем он пишет? Это ж просто мрак. Тому отвечу, барды тоже люди. Мне нравится, не слушай, сам дурак. Что с ваших баб взять, кроме писка? Совсем другое дело Лиска, как самолет, летящий низко. Она в меня вгоняет в дрожь, пусть я не скрываю, пусть морфинистка.
зато верна, как декабрист. Чужого хрен подпустить близко, ну, пока по пьянке не уснешь. Глухая ночь, шофер уже в кювете. Пенсионер загнулся под кустом. Спит инженер, его жена и дети. Хирург на медсестру упал пластом. Шахтер лежит завальный в забое. За складом, спрятав деньги, сел в тюрьму. А я, ребята, до сих пор в запое. У Лиски Огурцовой на дому. Какая прелесть эта Лиска. Орденоноска, медалистка. Она в войну была танкистка. Сейчас ей вот на данный момент написания песни 83. Но вы, друзья, со мной не спорьте. Но я чихать хотел на это. Необходимо для поэта, чтоб не замкнуться в рамках света, в народ проникнуть изнутри. Ну, такая длинная, конечно, песня. Там у него еще куплета 4. Нет. Нет. В этой песне нет куплета 4. Больше нет. Это уже народ, наверное. Может, народное творчество. Есть там и про воротник, лиси, что-то там еще. У него там есть. Там, не знаю, на страничке Игоря Зайца. Но это не Зайца. Нет. Это не Зайца. Этих про лиси воротник. Бог с ним, не будем спорить. Я еще одну песню знаю, еще длинней. По-моему, в 2000 году на Груши. А там мне ребята в Самарске знакомые. Они мне в субботу, ну не мне, они делают такой междусобойчик там в субботу обязательно. Ну сходятся со всех властей там, друзья, кто может. Кто не попадает на гитару туда, в общем, и мы там сидим. Но они меня всегда часа в три ночи просят спеть песенку одну. Песенка эта называется «Объяснительная записка столяра краснодеревщика по поводу опоздания на работу из отпуска на месяц». Вот. Написали ее два киевлянина, Кемельфельд и Сергеев. А? Кемельфельд и Сергеев. Вот. И значит, и вот я там однажды эту песню пою, и вдруг какая-то девушка такая ладная, вот слушает, прям вот глаза раскрыв, и время от времени повторяет одно слово. Папа. 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 Я когда допел песню, я к ней подхожу, говорю, что это девушка? Я говорю, какого папу вы тут вспоминали? Говорит, а я думал, что кроме моего папы эту песню никто не знает. Вот. А потом оказалось, что он этот, как же его имя-то, Баранов его, он сейчас из Казахстана, а вообще-то он раньше тоже был киевлянином, и когда-то давно там на киевский, по-моему, КСП «Арсенал» были гонения еще с пресветской власти, и они там разбежались кто куда. Вот этот папа ее из Киева рванул в этот самый, в Казахстан, и там отсел. Вот. Ну и песенка простая, объяснительная записка. Тем более, это любимый моё мцаца, это все, что я хорошо умею. Раз приехал я в столицу, прям с вокзала тачку взял. Захотелось порезвиться, но дома же этого нельзя. Снял я даму в метрополе, где живет лишь за рубеж. Взял шашлык, люляк что ли, говорю, знай наших ер. Пробил ей кило орешков, подвигаю, мол, грузи. Тут гляжу, а к нам с усмешкой приближается грузин. Мной закормленной блондинки под влиянием резких ген предложил плясать лезгинку диких хурабриен. Я, конечно, полон злобы, несмотря на буржуев. Уехал в морду комаржобе за оскорбление мое. Тут блюститель набегали, руки начали крутить. И пришлось их всех, как кегли, в кихих бане запустить. А блюстители порядку ровом против за портьер. А моей кандидатуре трое весу больше, чем центнер. Драка — это ж мое хобби. Устроил им разнос, покидал я всех их в бобик. Милицию отвез. Приезжаем на участок, мне майор говорит: нынче водится нечасто на Руси бухатыри. Нам такие геркулесы позарез сейчас нужны. Будешь ты в тяжелом весе выступать за честь страны. Я 8 дней тренировался, правила измором взял, но один пункт, правда, не давался, ну что ниже пояс нельзя. На 9-й тренер в зоне мне боржомчику налил: будешь драться хоть в Лиссабоне, ты с Мохаммедом Али. В Лиссабон мы прилетели, сразу едем в гранд-отель. Мне уже нас ждут в отеле, да и двуспальная постель. Рано утром я газетку с
переводчицы не стал. Все пророчат Магомету очень быструю победу и готовят пьедестал. В ихнем зале в Колизее собралась одна денега, на Мохаммеда глазеет, а на меня что нифига. Объявили тренировку, Магомед Розена урод. Вот, скажу я вам, шлифовка, вот на публику дает. В первом раунде я с дуру прям на него пошел, попер, пошел. Он мою кандидатуру с правой уложил на пол. Я думал, врезать для порядка, но тут совесть, словно снег. Ведь у нас сейчас разрядка, и тем более он негр. А я читал у них там в Штатах, где не плюнь, апартеид. И расист там каждый пятый, ну как у нас, антисемит. Ведь когда шубили Кинга, я ж ведь сам протестовал. Встал я, вышел в центр ринга и Мохаммеда обнял. Если ближе приглядеться, он похож, знаешь, на кого? Ну, Пуму! Видно, доставалось в детстве на плантациях ему. Вновь лежу сквозь ревовации, слышу я, как рефери, наклонившийся над рингом, повторяет вальтуфри. Не, перед публикой неловко, вот ты богу, я сорвусь. Тут я вспомнил, как стыковку с Аполлоном вел союз. И Куба Савельеванов, и американец Шер. Да черт с ним, с этим Аполлоном, что возьмешь с него, он негр. Но вижу, он смеется в профиль, думает, что все, ажур. Тут я вспомнил, их картофель, наш картофель, жрет их колорадский жук. Ведь они ж арабских братьев превратили в партизан. Мне душа сказала, хватит, ты еще одно посарать. Я вскочу, поправил пояс, хватит шуточки шутить. Ловил я свой бронепоезд из запасного пути и махнул, что было силы. Аж ну дрогнула рука за Вьетнам, за Хиросиму и за ихнего жука. Он сломался, как сосиска, белым носом белый ринг пыля. Отливали его виской, только думаю, что зря. Я стоял на пьедестале, тихой гордостью томим, слушал, как они играли наш отечественный гимн. Зря, начальник, ты смеешься, я ведь правду рассказал. Почему на целый месяц на работу опоздал? Вот это, вообще говоря, это была одна из песен из цикла «Спортлото». Раньше многие авторы, не, я не грешен в этом, не, не, я не писал цикл «Спортлото», а некоторые писали, знаешь, прям по алфавиту, а, и гоны по этим, по видам спорта, вот это было на букву «Б», бокс, там некоторые писали про баскетбол, я не замечен в этом, да и вообще мне трудно было